Подготовка к крещению, чтобы могли люди заходить в воду и принимать крещение по троекратному погружению. Проверка идет, то есть тут у нас одна перила осталась с прошлого года, вода-то поднялась, вот она в воде вот здесь, ну держаться можно, а вот это вот совсем отпало, забили колыши и прибили сейчас на 150 гвоздь. По крайней мере можно будет держаться, сейчас я еще проверю, где что. Тут видишь, она болтается сильно, поплохо. По ходу дела тут тоже надо колышек поехать. Это перила плохая. Вот смотри, куда заходили. Мы же не зря такие длинные это делали. Воды-то меньше было намного. Меньше, конечно. А тут я уже... А вот это дно. Это дно. Мы будем сделать сейчас, когда он сделает. Ты-то крещеный. Я. Но не полный человек. Надо у мамы твоей было спрашивать, какой ты полный, не полный человек. Ты этот колышек надо еще один, да? Походу дела, да. Но он за что-то держится. Иначе бы он был это, так бы не держался. Тут есть колышек, я думаю. Сейчас посмотрю. Да, вот он есть. Просто он тут это маленький. Отсюда. А посередине, по ходу дела, он, наверное, сломался. Или это из-за воды-то кажется, что переломался. А, да, сломался. Сломался. Да, тут колышек есть. Отсюда, и она, он до поля просто. Колышек есть. Вот он. Вот он, да. Вот. Ага. То есть он стоит, да? Ты его нашел? Колышек нашел, да. Гвоздь нужен. Гвоздь. Такой же. Такой же, да? Постарайтесь. Найти. Надо подрублять, наверное. Это не выстрел. Береза очень хорошая. Это не разная. Так, прямых нет. Надо выпрямиться. Да? Сейчас выпрямим. Там топорик есть. Топорик там. Где-то у вас топорик был. Топорик, да. Три кувалды. Чтоб не утопить молоток, мы его привязываем к руке. Вот он держится у меня, видите? То есть он, если даже вот начнет падать, я его подхочу. Ты как человек-паук, куда бежишь? Так, молоток, Володя, у тебя, да? На самом деле доска тут положена. Молоток у тебя? У меня. Так, пойдет? Не, ну да, пойдет. Поэтому получается у нас за крещение сколько дней осталось? Сегодня 5 или 6? Сегодня 5. 5. 8 у нас воскресенье. Три дня. То есть надо будет, если купаться, пойдем коврики сюда уже нести. Укладывать люди. Угу. Или сегодня, или завтра. Да. Завтра пятница? Завтра или пятница, четверг? Да. Угу. Вот она до конца сломалась. Жердинка все-таки сломалась. А, жердинка сломалась. Сломалась, да. Она тут понятно. Это. То есть колышек этот дальше получается, да? Да, он чуть дальше. Ты куда? На 100
это не туалет. Это не туалет, ты чё? Ты чё? Вон Эфир, туалет. Туда дальше. Вон. Покажите мне там, на забор. Вон, видишь? Ну чё, что делать-то? Я не знаю, он не видит ничего. Другой? Зад. Я там деревяшку вижу. Вот такую же. Ладно. Вот так подтянули бы вот этот колышек. А это не а колышек? Вот так, который я забил. Я мог бы где-то жерди прибить и жердь потом еще прибить. Тебе именно надо кулышек или саму жердь туда подвинуть? Ну не жердь, но жердь, я же прибил ее сейчас. Так что, выколотить-то ее можно? Нет, кулышек сам, вот сам кулышек натянуть на меня чуть-чуть. Я прибью туда ее здесь. Сейчас. Болты не дают спокойно сидеть в воде. Кто-то купаться? А, это он? Нет, нет, это Лёва говорит. Он говорит, ему какая-то помощь нужна. Посмотрите, какая помощь нужна. Ну что, получается? Ну, жертв я начинаю забивать уже. Надо сам жертв убить. Ой, это. Да, столбушку вниз. Как бы немножко на ощупь бьешь-то. Ну да. О, а тут что-то еще есть. Вот я тут еще нашел. Ну это коротковатый. Коротковатый, да? А его надо было вот тогда он туда использовать. Да, 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 вот тут лежал. Вон там. Ну если только использовать в конце соединить, чтобы они не расходились. Угу. Ну это надо гвозди большие. 150 на 200. Слушай, даже прибил. Удивительно. Быстро я потерял. Потерял? Конечно, тот, который мне давали. Или не давали? Я тебе давал. Ладно, ну значит все. Спасибо ему. Это я старый прибивал. А, так, ну значит потерял. Я тебе дам на сколько? Наверное, на 150. Такого уже нет, ну хотя бы на сотку. Так, сейчас посмотрим. Да нет, там выпрямить можно. Ну и выпрямить его. Вот тоже я отвлекся на этот и выронился. Ну как окунулись?
хотел поискать гвоздь там, но так его не найдешь. О, так ты сейчас его не найдешь. Ух ты! А, что это такое-то? Слава Богу! Учись из космоса, Слайк. Мне на войну идти. Вот этот помост немножко будет мешать. Я не знаю, здесь, видишь, это будет мелковато. А туда спускаться, он уже запинаться будешь об него. То есть, ну, коврик постели, может, прямо. Там на дне, да? Да, он на дне прямо прибитый, хорошо. Доска. Можно, пожалуйста? Нет. Там рыба. Там рыба печеная. Вадим, я хочу видеть. Он там. Я помню, Игорь Добунов рассказал, как он учился в плавании, уже специально ходил там, тренировался. Секцию, да? Да, и у них это. Ребята, когда взрослые говорят, старайтесь молчать, слушать. Он говорит, и нас, говорит, это в бассейне они там плавали. И берут, говорит, все это, маску, все это раскидывают, говорит, по бассейну. А они должны погрузиться, все это поднять, одеться и выплыть. Вот, mm-hmm. И он это... Все плавают там, ищут, он тоже находил. Но он как, за счет зрительной памяти, то есть видел, куда что падает. И там потом искал. А оказывается, они должны быть, говорит, с открытыми глазами. Тренер-то сперва не понял, а потом-то... почему-то, говорит, что-то у него там не получалось, говорит. А у меня, говорит, глаза как закрыты? Ты же должен с открытыми глазами там все. И давай его тренировать. Понятно. А он ночью просто. Он себе задачу усложнил. Да, сложнее было, да. Вот здесь сложнее будет сейчас. Если бы он не загнулся, если загнется, будет вообще. Надо это, пассатижи привязать так же. Это, Владимир Юрьевич, возьмите у меня в кармане эту завязку. Правда. И это, пассатижи привяжите тоже к ним. Даже на петлю ее сделать. Мне надо будет потом горячего чая с медом вместо. Так. Другого конца еще надо. Так, и петлю там надо. Даже можно, чтобы затянулось потом. Просто там его гвоздь надо держать, если по пальцам попадаю. Что делать? Надо выходить. Креститься будут в воскресенье те, кто приехал, те, кто готовы, готовились. Понятно? Вы посмотрите. Я
Ну что? Попал? Боже помощи. Сейчас забил до конца. Пора вылазить. Да, тут. Здесь они уже стоять-то не будут, чуть поближе подойдут сама. По-хорошему, конечно, тут надо жир-то отпиливать. Края, они же тут это сломалась она же. Ну да. Тут какой-то надо более такой прочный материал какой-то. Да. Ну вот чтобы сделать. А, вот и, это, чтобы... Да, и какой-то может быть даже. Ну это типа какой-нибудь пластмассовый, наверное, твердый какой-нибудь. Или понтоны. Вот самое хорошее это понтоны, которые если зимой они просто всплывают, то есть их ничего не сделает. Металлические понтоны. Ветка. Ну все, возвращаю. Давай. Я прыгаю. Иди. Сейчас немножко охлажусь, чтобы согреться. Поплаваю. Охлажусь, чтобы согреться. Ну да, поплаваю. Да. Ну все, место. Можешь заканчивать, можешь его на храм приблизить, на храм там закончить. А видите, чайка сидит на столбушке. Смотрите, Мафей, вон, на столбушке смотрите. Да, да, вон она, вон. Видите? Вон. На столбушках он сидит, чайка. Видите? Вон. Птичка прям сидит. Видишь, ну? Он из воды, столбушки торчат. Из воды. Да, нашли, видим. Нашли, да.